оружия и вариации рукопашного раздела на их основе. Спасибо. Это были базовые техники Гугу-Го. И сейчас кота. Эти гараж, короче. Кота эта техника работает. Называют бой с тенью иногда. Кота отрабатывает наедине сам с собой. Всю технику, которая потом уже используется в парах. Это кота Шуджи Но Куншо. Серия кота Шуджи. Шуджи — это именование населенного пункта на Окинавских островах. Кон — это опять же переводится как шест с заостренными концами. Это базовая ученическая кота, которую наши школьники начинают делать с самого начала. Покажем 10 базовых приемов с палкой и покажем эти же вариации, только уже без оружия.
вторая часть демонстрация посвящена такому парному оружию, называется САЙ. Девять базовых приемов, которые лежат в основе всех этих писаний. Thank you.
поедете? Конечно, конечно. Как это так? Завершает нашу программу. Техника Дюго. Дюго 10, Го 15. 15 приемов, выполняемых в режиме поединка. После демонстрации все желающие могут